В Омском институте водного транспорта состоялся первый городской бал имени адмирала Федора Ушакова. Ученики школ области, курсанты и студенты 78 пар приняли участие в реконструкции аристократического вечера времен начала 19 века. Вот в таких нарядах вальсировало российское дворянство в гостиных Санкт-Петербурга, отмечая победу над Наполеоном. Для участников в институте специально организовали школу танцев. Там будущие речники и старшеклассники готовились к этому вечеру на протяжении полутора месяцев. Пары оценивали по нескольким номинациям – вальс, полонез и минуэт. Отдельно жюри оценило дефиле участников. По завершении бала избрали короля и королеву. Сформировали танцевальные пары, которые на протяжении месяца погружались в атмосферу 19 века через занятия по этикету, разговаривали с детьми, как носить одежду, как себя преподносить в бальных платьях, какая одежда допустима, какой макияж допустим.